Испанский Реал обыграл английский Ливерпуль со счетом 3-1. Так завершился финал Лиги чемпионов в Киеве. Решающий матч на стадионе Олимпийский посмотрели более 50 тысяч болельщиков. За порядком следили почти 10 тысяч полицейских, бойцов Нацгвардии, спасателей и курсантов Академии внутренних дел. Они не только не допустили серьезных нарушений, но и предотвратили массовую драку, рассказал начальник столичной полиции Андрей Трищенко. По его словам, около половины первого ночи последние болельщики покинули стадион. 5000 английских фанов сразу после матча отправились в аэропорт Борисполь. На матчі було все досить спокійно. Були дві сутички між болівальниками, стюарди, а потім поліція вивели двох осіб. З ними проводилось розбор. Вже після закінчення матчу кілька молодиків, 18 осіб, намагались вчинити бійку. Поліція їх було затримано, вони наразі доставлені в районне управління, буде їм надана юридична оцінка. В УЕФА поблагодарили Киев за организацию финала Лиги чемпионов. Президент Европейского футбольного союза Александр Чиферин считает, что при организации финального матча не допустили ни одной ошибки. Об этом он заявил во время встречи с мэром города Виталием Кличко. И если город смог принять финал Лиги чемпионов, то сможет провести любое событие мирового масштаба, отметил президент УЕФА. Он уверен, как минимум половина иностранных болельщиков, которые посетили украинскую столицу в эти дни, еще вернутся в Киев.